Долгожданные автобусы большого класса, большой вместимости появились на улицах нашего города. Как мы видим, такая вот красота с 8 мая курсирует на 7 маршруте в количестве 12 штук, что очень удобно и комфортно. И сейчас мы, кстати, их протестируем, прокатимся. Здесь место для входа с коляской, то есть мы заходим. Здесь можно прислониться, это все дело отодвигается. Также мы наблюдаем поручни, видеонаблюдение, которое все пишет и, соответственно, в случае каких-то ситуаций это все фиксируется. Очень чистый троллейбус, он мне очень нравится. Здесь интересная планировка, я раньше никогда такой не видела. Одно из удобств данного автобуса – это бегущая строка, которая оповещает пассажиров о следующей остановке. Ранее в маленьких пазиках-маршрутках это практически отсутствовало. Это удобно как в темное время суток, в зимнее время, когда зачастую ты не видишь, где в данный момент проезжает автобус и когда тебе нужно выходить. Удобно это и иногородним пассажирам, которые приехали в наш город и зашли в данный автобус. Хорошо, очень удобно то, что много места, люди везде помещаются, и такие толпы не набиваются здесь. Гораздо будет приятнее находиться, по крайней мере, в будни. Здесь мы наблюдаем печки, зимой тепло. В данный момент я примерю себя на месте водителя. Ощущения очень удобные, комфортно. Здесь сзади находится, соответственно, вентилятор. В жаркое время будет очень комфортно. И нет такого шума, как рассказывают водители. Все гораздо удобнее, просторнее, обзор. Все, в общем, замечательно, всем нравится и все довольны. В автобусе очень комфортно, все очень современно, очень красиво. На удивление, легче дышать. Во-первых, они гораздо просторнее. Во-вторых, в новых автобусах присутствует система фильтрации воздуха и современная подвеска, что позволяет комфортно пребывать в автобусе.